Друзья, ну что сказать, потестил я iOS 16.3 и хочу сказать то, что на 90% устройств она дала прирост. На каждом из где-то по чуть-чуть, а где-то на 30, а где-то и вообще на 40 минут. Давайте же посмотрим, какие устройства попали в плюс, а какие остались на прежнем уровне. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Вот они, тесты у нас за 16.2, вот за 16.3. Чтобы было наглядно понятно, что происходит, вот вам таблица. По первому устройству у нас iPhone 8 нет никакого прироста. SE у нас прирост на 8 минут. XR у нас на 5 минут прирост. iPhone 11 на 10 минут прирост. iPhone 12 на 31 и iPhone 13 на 41 минуту, ребята. Вот такие вот у нас результаты. Подводим итоги. У меня сейчас 22%. Проходим, смотрим. Так, у нас емкость 89% батарейки. Последняя зарядка я в час ночи снял. Сейчас 21.32. 4 часа активного использования. И плюс я только что писал как раз именно вот этот видос, который я буду сейчас монтировать. Вот. В принципе, вот так вот и отработала наша 16.3. И сами видели то, что по тестам действительно на устройствах всех прирост получился, начиная от iPhone SE и аж до iPhone 13. Напишите, у кого, может, есть iPhone 14, сколько она держит, проводили ли вы тесты. Вот сами видели все, друзья. Следующий видос будет о чем? Вот у меня же как второй год моему iPhone 12 и у меня 89% емкость батарейки. Но по факту ее 90, а возможно даже больше, потому что единственная программа, которая покажет вам точно, это 3U Tools. Вот они истинные результаты. Компания Apple заявляет, что после 500 циклов батарея у нас уже требует замены. Но по факту она может быть и меньше, кто как меняет. Я, допустим, поменяю на 86-85 максимум дотяну до этой емкости. А возможно и нет, но весной, к лету я точно буду менять. Чтобы применить максимальную автономность, ныряйте в описании под видео, в закрепленном комментарии. Все будут полезные ссылки для того, чтобы вы могли продлить жизнь вашему устройству. Ну а 16.3, конечно же, сейчас в топе по автономности. Подписка на канал, пожмите колокольчик, оставьте позитивные комментарии. Дальше больше, скоро увидимся.